Друзья мои, всем привет! Сейчас камеру поднастрою. Сейчас поеду на авторынок, сниму для вас интересные автомобили, кейкары. Вчера был на рынке, по-моему, может озвучивал, может не озвучивал, я уже не помню. Короче говоря, на одной из стоянок появилось очень много кейкаров, всяких разных. Покажу вам, что за модели, сколько они стоят. Я хочу вам напомнить. Вот сейчас поеду, специально снял видео возле дома. Живу я вот в этом, не знаю, как это назвать. Дом, как его назвать? Вот, снимаем мы здесь квартиру, и здесь нет связи, поэтому, да что ты будешь, стекло замерзло, после мойки, видимо. Поэтому связь в вечернее время только в WhatsApp, потому что по телефону дозвониться нереально. Также я вам хочу напомнить то, что розыгрыш данного автомобиля — это не шутка. Вот, если полная сумма, стоимость автомобиля не наберется, то будут очень крутые, клевые призы. Не переводите, пожалуйста, деньги на карту, которая привязана к номеру телефона. Я специально сделал карту, специально, чтобы можно было контролировать, потому что все будет открыто. Я вам все покажу. Напоминаю я то, что занимаюсь помощью при покупке автомобиля, чтобы, если вы хотите приобрести японский автомобиль, заходите на дром, копируете ссылочку, отправляете мне в WhatsApp, и все. Делать вам больше ничего не нужно. Получаете от меня фото, видео, отчет. А сейчас присаживаемся поудобнее, едем на авторынок и смотрим кейкары. Проверка машины стоит 2000 рублей. Все эти кейкары находятся на 10-й стоянке. И давайте посмотрим, сколько ребят реально их много. Не везде, знаю, не везде есть цены. Но будем смотреть. Очень много понавезли N-вагонов. Это Turbo 15 год. Цена здесь не указана. MUV 4WD. Цена тоже не указана здесь. Tanta 13 год. 4WD. Это у нас Stella 445 тысяч. Автомобиль 2012 года. Subaru. Фары это линзованные на штатном литье. Летняя резина. Повторители, бесключевой доступ, автомобиль на климат-контроле. Рядом стоит у нас Suzuki Hustler. Аналог — это Mazda Flyer. Они есть передний привод, есть 4WD. Цена данного автомобиля 658 тысяч рублей. Туманки, литье интересного плана, бесключевой доступ. Следующий Hustler. Турбо, кстати, да, они есть турбо, есть турбо-версии, есть обычные моторы. Здесь цена не указана, но я думаю, вы примерно поняли, да, по ценовой политике. Toyota Pixis, черный цвет, также автомобиль на климат-контроле, 545 тысяч рублей. Реально, посмотрите, сколько кейкаров. Вон еще целая грядка. Итак, идем дальше. Это у нас N-Wagon. N-Wagon, цена на нем не указана. Ищем, берем автомобили только с ценами. Супер модный автомобиль. 14-й год, турбовый. Туманки, три линзы. Ну, согласитесь, шикарно смотрится, ребят. И знаете, сколько он стоит? Комплектация кастом. А стоит он 628 тысяч. 628 тысяч рублей. Штатное литье, жирнючая летняя резина, яркий цвет. На таком автомобиле вы точно не останетесь незамеченным. Дальше Tanta, тоже турбо версия зимняя резина, штатное литье. Ну да, все закрыто. Полукожаный салон, кожаный руль, климат-контроль, мультируль, вижу. Стоимость 550 тысяч рублей. 16-й год, рестайлинг, максимальная комплектация, турбо, 550 тысяч рублей. Посмотрите, что перед нами стоит. Посмотрите на внешний вид данного автомобиля. Как он изменился. Еще и гибрид, S-гибрид. 855 тысяч рублей. Штатное литье, обвес, ходовые огни,
Посмотрите на фары, посмотрите на решетку. Как изменился ДС. Задняя часть автомобиля тоже изменилась. 885 тысяч рублей. Honda N-Wagon. Простая комплектация. 2016 год. 568 тысяч рублей. Возможно, вот этих автомобилей нет на дроме. Поэтому запоминайте, смотрите. Возможно, кому-то что-то нужно будет проверить. Итак, Honda N-Wagon 568 тысяч рублей. Туманки, фары, линзы, штатное литье, летняя резина, бесключевой доступ, в ушах повторители, кожаный салон, кожаный руль. Вижу, есть круиз-контроль. Задняя часть автомобиля. Видите, да? N-Wagon Custom. И N-Wagon обычный. Но DS, конечно, мне DS очень понравился. Еще один кастом. год. Полная комплектация 538 тысяч рублей. 4WD. Полная комплектация. Круиз-контроль, ионизатор, две электродвери, линзованная оптика, датчик света, система распределения тормозного усилия. Все, ребят, есть. Все есть. 565 тысяч рублей. Показать вам Истиму за 2 миллиона 250 тысяч. Ладно, сегодня у нас кейкары одни. Видели, да, сколько N-Wagon'ов? Еще один N-Wagon Custom. 2014 год. Турбо 588 тысяч рублей. 625 тысяч. Автомобиль 2016 года. 585 тысяч. 2014 год. 565 тысяч рублей. Посмотрим еще с этой стороны. 2017 год, 12 месяц, рестайлинг, 718 тысяч рублей. Тоже, да, как изменился автомобиль? Именно рестайлинг как сделали. Suzuki XB, 4 балла, 78 тысяч пробег. Кстати, вот кто-то недавно у меня спрашивал, а цена 1 миллион 250 тысяч рублей. Представляете, 1 миллион 250 тысяч рублей. По-моему, я снимал вот эти автомобили. Ну, давайте возьмем еще один N-Wagon Custom, черный цвет. Стоимость 617 тысяч рублей. Ребят, ну я думаю, по кейкарам с ценовой категории все понятно. Там еще они дальше стоят, но не вижу смысла ходить снимать. То есть видно то, что автомобили есть. На сегодня будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел до конца.